Петр Павлович родился в украинском селении Требовка. После окончания 7 классов работал в колхозе посыльным и ездовым. С 44 по 78 годы служил в рядах вооруженных сил СССР. С боями прошел Румынию, Венгрию, Австрию и Чехословакию. За боевые заслуги получил большое количество наград, в том числе ордена Отечественной войны второй степени и Красной звезды, 13 благодарностей от Иосифа Сталина. В мирное время Петр Павлович трудился корреспондентом в заводской газете, дослужился до должности редактора. Работа занимала самое главное место в его жизни. А чем же военный живет человек? Всю жизнь я отдал этот армии, 34 года календарных, а с вызовом, с льготами 39 лет. Это не каждый добивается этого. Поздравить Петра Павловича с 95-летием пришли представители городских властей и юнармейцы. Школьники исполнили для ветерана патриотическую песню и пожелали ему крепкого здоровья, поблагодарили за мирное небо над головой. Плечом к плечу идут российские войска, и пусть военная дорога нелегка, мы будем верою и правдою служить России. К поздравлениям ветерана присоединился и глава Октябрьского района Самары Александр Кузнецов. С большим удовольствием вручил письмо президента, поздравление с юбилеем нашему дорогому Петру Павловичу, который всю свою жизнь посвятил вооруженным силам и на протяжении многих лет работал на территории нашего города, на территории нашего района. Поэтому мы, безусловно, должны отмечать, помнить и заботиться о нем. Сейчас в Октябрьском районе Самары проживают 83 участника Великой Отечественной войны. Представители городских властей помогают им решать вопросы по благоустройству, приглашают на праздники и встречи с молодежью, а также поздравляют со всеми памятными датами. Анатолий Головко, Николай Сидоров, события.